Здравствуйте, мои дорогие! Как чеснок спасает от новообразований на коже? Как это происходит? Есть очень эффективный рецепт для того, чтобы избавиться от бородавки или папилломы, которые появились на коже и вызывают опасения. Ведь при случайном движении есть шанс отрыва и кровотечения в области новообразования. А оперативное вмешательство всегда вызывало опасения и почему-то вызывает страх. В народной медицине есть решение. Если у вас бородавка или папиллома, то для того, чтобы безопасно удалить эти образования, необходимо приложить чесночный компресс к этому месту. А для этого нужно мелко измельчить дольки чеснока и залить водкой, либо спиртом, смешанным с водой в соотношении 1:1. Вот, вода должна покрыть кашицу. Вода с водкой, я имею в виду, должны покрыть кашицу из чеснока. Нужно выдержать смесь 2 суток. Можно смазывать соком участок с образованием или прикладывать кашицу, заклеивая место пластырем. Делать так 5-7 дней, до тех пор, пока образование не пройдет. Сначала оно усыхает, а затем отпадает, не оставляя на коже следа, что нам очень важно. Еще похожий рецепт. Также мелко измельчить чеснок и смешать только уже с медом. 1:1. Такую кашицу прикладывать к местам с новообразованиями или ранкам. Убивает бактерии, дезинфицирует, заживляет и стягивает ранки, также не оставляя следа. Эти рецепты очень эффективны. Они помогли уже многим людям. Их рекомендуют все опытные народные целители и знахари. Рекомендую вам также посмотреть ролик о пользе жареного чеснока. Для просмотра видео кликайте вот сюда, верхний левый угол. Вот так просто, доступно и эффективно. Пробуйте, и если понравилось, ставьте лайки и не забывайте подписываться. Будьте здоровы, до новых встреч!